Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Также, если вы хотите выиграть 50 тысяч кристаллов, подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видео. И пишите комментарий со своим ником. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня мы с вами записываем видео по открытию халявных контейнеров. Прошла у нас очередная неделя, но на самом деле этот видосик вы увидите, скорее всего, намного попозже. Потому что, если вы смотрите данное открытие, то, ребята, я уже какой день подряд не играя в танки, я сейчас на отдыхе, так что, блин, за вот то, что я такое замутил, сразу записал открытие, прям все, что вы, ребят, любите, за это обязательно нужно поставить лайкосик. Так, ну а мы с вами погнали. Короче, мне сейчас нужно выполнить заданку, занять первое, либо третье, там, первое, второе, третье место, и, получается, я заданочку выполню, и можно уже будет с вами идти и открывать данные контейнеры. Также в данном ролике я опять почитал сообщения своих подписчиков, которые вы там не говорили, я вас спрашивал про всякие тактики, вообще открытие, как можно эти консервики открывать. И один коммент мне очень понравился, там было написано наподобие такого типа: открывай контейнеры по мере ненужности аккаунтов. То есть, как я понял этот контейнер, то есть те аккаунты, на которых, ну, по факту мне не важно, что выпадет, вот, а вот на самых аккаунтов, на которые я прям хочу, чтобы мне годнота полнейшая выпала, а их открывать самую последнюю, а в первую очередь такие аккаунты, которые, знаете, ну, блин, ну, есть и есть, как бы откроем, там, выпадет, не выпадет, а такое себе, как бы. Вот, я посидел-то, подумал, блин, найди это в натуре годное, как бы интересное, и можно что-то, ты прям такое здраво придумать. И я решил это сделать. То есть, первый, ребята, аккаунт мой будет... Это спасибо. То есть на этом аккаунте, как вы, наверное, знаете, мне особо там кристаллики не нужны, особо краски не нужны, то есть ничего по факту не надо. То есть выполняю, чтобы было. То есть там кристаллики фармятся, нарк фармится уже очень хорошо. Я на все 100% доволен. Но что там будет падать, там годная или негодная тема, это, знаете, такое себе решение. Вот, после чего, после вот этого аккаунта, я, ребята, у нас перемещусь на свой основной акк. На основе мне уже, как бы, тоже немножко безличен, да, что выпадет. Но все-таки, с другой стороны, интересно, что мне там выпадет, потому что там у меня много красочек имеется. То есть, это всегда будет приятно поиметь какую-нибудь новую анимашку, либо там еще что-нибудь типичное. Потому что, ну, как бы, говна мне там падает уже не может какого-то красочного, потому что я по факту там уже все, что можно, повыбивал. И вот там будут такие какие-то нибудь интересные плюхи, либо же нарко падать. Вот, то есть, как-то так. И поэтому мы сейчас будем этим с вами заниматься. То есть, после чего, после моего основного ака, мы с вами, ребята, переместимся на аккаунт YanaXT. То есть, кто не знает, этот аккаунт я, то есть, прокачиваю, играя предпочтительно на стримах. Не знаю, почему так получается, но на стримчиках мы с ребятами зависаем. Довольно-таки неплохой у нас онлайн там собирается. Ну и, в общем-то, прокачиваем данное звание. И мне там уже вот интересно, там и кристаллики нужны, и нарко нужна, как бы и крачку довольно-таки заиметь неплохо было, потому что у меня там еще... нет анимашек, то есть это все дело, так сказать, поправимое и может исправиться всего лишь там каким-нибудь одним удачным контейнером, будет все вообще на язычах круто. Вот, но пока там анимашечки у меня, к сожалению, нету. И последний я буду аккаунт открывать в данном видеоролике, ребята, это аккаунт без доната. Ну, блин, без доната, ребята, он и в Африке без доната, сами понимаете, на нем все очень важно. То есть там и нарко, и кристаллики будет приятно получить, что там еще можно. И какую-нибудь анимашечку новую, это тоже всегда очень большой бонус. Но мне там сейчас самое главное, это отхватить как можно больше кристалликов. Вот, ребят, серьезно, на без доната, как-никак, я рад даже 3500 чем кристаллов, потому что кристаллики мне там нужны. На МПКшке у меня там простаивают мое вооружение, я даже их улучшить, блин, не могу. Это на самом деле не очень довольно-таки круто. Вот поэтому будем пытаться выбить именно на своем без доната кристаллики. Было бы, конечно, офигительно, если бы там не упал какой-нибудь миллион. Ох, блин, как бы я себе там попрокачивал вооружение. Но это, ребят, все мечтание, но надеюсь, как бы... Блин, ну, каждый же мечтает там о какой-нибудь своей вещи, да, интересной, и все-таки она когда-нибудь ему сбывается, и вещь, он эту заполучает. Также я, короче, на без доната, ребята, мечтаю, что мне выпадет 1 миллион
1 миллион кристаллов, и прям хочу, чтобы это случилось на прям, ну прям поскорее, ну пожалуйста, ну, мне кажется, я достоин, я прям на без доната столько настрадался, я, блин, там столько боев этих БВПшных сыграл, что мне прям нужен этот глоток свежего воздуха. Так, мне еще смс пришла, что у меня с карточки деньги Кристина снимает, ну ладно, это совсем уже другая история. Так, ну что, душа 222, мы будем тебя убивать или нет? Я забыл аптеку занарить или что? Да, я, походу, забыл аптеку занарить, да? Вот я валенок. Сейчас мог сделать изичный килл, плюс еще вот этого типа мы добили с вами. Блин, было бы плюс 2 килла, уже у меня было бы 44. Там, возможно, я еще нашел, и, возможно, даже битву я досрочно завершил. А сейчас даже не знаю, получится у меня или нет. Блин, затупил. Вот серьезно, как, пацаны, затупил. Признаю. Так, это мой... Ах ты, блин, шайтан, взял и у меня украл. Еще один килл у меня украли, своровали. Вы что делаете-то, демоны? Да вы не прифигелили. А? Месье, вы не прифигелили? Киллы так у меня наглым образом тырить. Это вам не это. Так, где у нас жертва наша? Блин, интересно, эта жертва позволит себе убить? Мне факты уже не нужно, потому что... Ну, я имею в виду, киллы, ребят, не нужны, потому что у меня уже все выполнено. То есть, в первую тройку лидеров я уже по-любому забрался. Еще и на мини подорвался, как нубяра. Ну, короче, вроде бы начал довольно-таки неплохо, а закончил, как обычно, как бадеры умеют это делать. Так, не-не, дружище, давай я у тебя стырю, пожалуй, этот килл. Ах, даже килл не удалось стырить, ладно. Короче, выходим. И забираем свою заданочку. Как раз таки, думаю, эту заданку заберу за вот войди в первую тройку лидеров. Я не знаю почему, но здесь минки есть, просто там мини-мины всегда нужны. Забираем и получаем 100 с чем-то мин и как раз таки наши с вами контейнеры. Драгоценные контейнеры, которые я хочу заполучить на свой аккаунт и хочу выявить что-нибудь интересное. Так, ладно, нос вешать тоже не будем. И знаете, такое, ну блин, как и раз этот аккаунт такой себе, значит мне тут дроп не нужен. Нет, танки онлайн... Вы об этом не думайте, пожалуйста. Не надо так делать, как бы, аккаунт, если даже такой, но дроп мне нужен. Ну что такое? Ты серьезно? Давай хотя бы что-нибудь. Ладно, понятно, последний шанс. Серьезно. Блин, ну ладно, батарейки, конечно, это дело такое, поправимое, их можно потратить где-нибудь с выгодой на какие-нибудь набивания киллов, но тоже такое себе. А окей, переходим на следующий аккаунт. Так, и следующий, ребята, аккаунт, это у нас основа, и здесь я почему-то думал, что я уже повыполнял заданки, а у меня они висят, ну ладно, уже будем их довыполнять после видеоролика, а сейчас будем просто забирать наши призы и открывать те самые контейнеры, ради которых мы сегодня с вами собрались. Ох, блин, когда у тебя есть и премиум аккаунт, и задан, тебе там прям столько всяких плюшек дают. Вот это неплохо. Вот давали бы еще за прем-аккаунтом раз в неделю там контейнер какой-нибудь халявный. Был бы вообще идеальный, был бы смысл эту премку фармить. А так она у меня заканчивается 10 месяца. Окей. Ладно, давай. А ну-ка, удиви нас. Давай основной аккаунт, удиви-ка меня. Выдай мне хотя бы что-нибудь зеленое. Я вот прям очень сильно удивлюсь. Нет. Все стабильно. С этим, ребята, аккаунтом у нас стабильность. Вот это я понимаю. Блин, вот что всякие там без доната аккаунты. Вот это я понимаю уровень. Всегда, как бы не открывал какие-то халявные контейнеры, всегда белое свечение. Просто обожаю вот свой основной аккаунт, как никогда в жизни. Просто целую тебя, сорокота ты ссаная. Ладно. Ставим на паузу и переходим к следующему аккаунту. Так, ну что ж, друг мой любезный, давай-ка заберем. На этом аккаунте, кстати, ребята, у меня не 4 контейнера дают, а всего лишь 2 консервика. Это из-за того, что я в сети недавно и еще не успел вот докачать до нужного уровня. Я имею в виду... Блин, забыл, куда заходить. Он бывает такой, а? У вас, ребят, бывают такие затупники? То есть, когда ты по факту делаешь какие-то просецкие вещи, которые ты, ну, из день в день делаешь, как бы, а тут забываешь, что куда, зачем и почему тыкать. Окей, 2 консервика. Давай, дружище, дропни ничего интересного. 10 тысяч кристаллов, вот это вот неплохо. Вот действительно, как бы, блин, да слушайте. Вот, кстати, к слову говоря, мне выпало 13 500 кристаллов, плюс мне дали еще бонус за ежедневное задание. А это что, ребята? Правильно, это у нас будет с вами прокачка следующего шага Громика. Давайте мы сразу в этом видеоролике поставим. И на викинг не хватает. А почему у меня викинг такой некачанный? Слышь. Окей.
Качаем, значит. Ладно, с этим аккаунтом мы, ребят, тоже закончили. И переходим сейчас на аккаунт без доната. Что ж, зашли мы, ребят, на аккаунт без доната. И тут нас... Блин, у меня здесь тоже одно невыполненное. Почему я такой слоупок? Я, походу, два аккаунта пропустил, на двух выполнил, а эти два аккаунта пропустил. То есть у меня здесь одна вот заданочка висит довольно-таки некрутая. Так, окей. Забираем здесь самую крутецкую заданку. Также даются всякие здесь бонусы. Так, блин, вот на вот этом аккаунте мне прям важны очень сильно кристаллики. Потому что я здесь хочу выбить 1 миллион. Я здесь хочу нафармить себе какое-нибудь интересное количество кристаллов и прокачать себе вооружение. Почему, ребята, я так здесь переживаю за вооружалку свою? Потому что, смотрите, у меня викинг вкачан на 15 шагов. Так, кстати, сейчас могу на один шажочек поставить. И у меня также твинсик вкачан уже на 16 шагов. Давайте мы, ребята, викинга уже поставим на следующее улучшение. То есть пусть он у нас молодец качается на следующий жак, и у меня остается 687 кристаллов. Да боже мой, что ты будешь делать с этим? Так, ладно, окей, давайте. 125 минай, какой хороший дроп. Ой, какой дроп хороший. Так, 125 ремкомплект. Ну ладно, ремки, в принципе, дело такое себе. Ремки это дело, так сказать, очень довольно-таки неплохое. И 10 тысяч кристаллов. Вот за 10 тысяч кристаллов, конечно, спасибо. И за ремки, в общем-то, тоже спасибо, потому что у меня их не особо здесь много. То есть у меня здесь есть двойная защита, двойной урон, ускорялки. А вот с аптеками у меня здесь немного беда. Ну, в принципе... Ну, блин, могло, конечно, получше выпасть. Получается, что у нас на бездната было? Два белого свечения и два зеленого свечения, да? Ну окей, окей, довольно-таки неплохо. Вот, кстати, опять же, из видео в видео повторяю. Как я только начал записывать открытие на данных аккаунтах, вот серьезно, ребят, когда я не записывал, мне на безната просто, ну, практически всегда там зеленая, синяя падла, просто вообще и фиолетовая куча нападла. А как начал записывать, так все. Перешипнули, так сказать, мой аккаунт без доната. Все, братишка, здесь и так всего достаточно. Мы тебе не будем нифига выдавать какие-то интересные краски и анимашки. А здесь у меня анимашек всего две. То есть это флоу, который я получил за безумные выходные. Ну и матрица офигенская, которую я выбил с контейнера как раз таки за эти выходные. И все. По остальным, в принципе, у меня по красочкам здесь такое себе решение, такое себе. Окей, на этом, ребята, мы с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видеоролик, обязательно ставьте свои лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Выход видосиков, ребята, у меня сейчас будет в те дни, когда я уехал. То есть один ролик в день. То есть это нормально. Поэтому, ребята, всем адьос. Ну и приятного просмотра следующих видеороликов. Все, давайте, всем пока.